Красное ждет новоселье. Поселковые новостройки проспектировала комиссия во главе с руководителем департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. В частности, делегация посетила 4 строящихся дома для оленеводов и детский сад, который был закрыт на ремонт еще летом, но до сих пор не готов к приему детей. Подробности далее. На учете департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешними связями Ненецкого округа состоят более 50 оленеводов и чумработниц, нуждающихся в жилых помещениях. Оленеводы, стоящие в очереди на получение жилья, проживают в Индиге, Каратайке, Нельмином Носе, Красном, Неси, Оме, Усть-Каре, Харивере. 4 новостройки в Красном полностью закроют очередь нуждающихся в этом населенном пункте. Все дома стоят, назовем это так, у всех тепловой контур закрыт, значит, ведутся внутренние отделки. Я думаю, что мы к концу года все дома будут уже завершены. Я думаю, что у нас будут там небольшие замечания по отделке, которые будут устранены там, с 1 по 10 января. Угу. Пока все будут отдыхать, наши коллеги-строители, я думаю, доведут все до ума. Дома практически готовы к сдаче в эксплуатацию. Подрядчик обещает, что в начале января новоселы получат ключи от своих квартир. Надо отметить, что каждое жилое помещение имеет индивидуальную систему подогрева воды, скважину, септик. Это позволит жителям сэкономить на коммунальных услугах. По сути, дом строится всего 3 месяца. То есть с нуля и до сегодняшнего дня. За три месяца. Хороший там. У нас здесь он из чего? Пеноблок. Железобетонный фундамент, пеноблок, перекрытие деревянное. Еще один объект – детский сад. Планировалось, что ремонтные работы здесь завершатся еще в октябре. Но обнаружились отклонения в проектной документации. Увеличился объем работ и, соответственно, сроки их завершения. И когда вы планируете сдать второй этаж полностью? Второй этаж в ближайшее время? Нет, этот этаж. То есть это подключатся унитазы, умывальники, запустится все в эксплуатацию в ближайшее время? В ближайшее время понять очень растяжимо. Для кого-то это год, для кого-то это 2 дня. Сколько для вас в ближайшее время? Мы вообще рассчитываем к концу года полностью. Нет, все. Я вам на своем личном опыте объясню, чем быстрее вы начнете отмывать и закрывать каждую комнату в отдельности, тем быстрее вы сможете сдать. По оценке специалистов, второй этаж детского сада готов на 95%. То есть работы подходят к завершению, что нельзя пока сказать о первом этаже. За 38 лет существования здания подобные работы проводятся впервые. Подрядчик ООО «Капиталстройнау», с которым учреждение заключило контракт на общую сумму 35,59 миллионов рублей, приступил к работам в июле. Не были качественно проведены изыскательские работы, вскрыли полы. В общем-то, было... так сказать, выявлено достаточно замечаний, которые были внесены в проекте. Поэтому их в плановом режиме все учли в проектной документации, соответственно, сроки сдвинулись. Реальный срок, который озвучивают для открытия отремонтированного сада, 15 января 2019 года. Сейчас во временном садике воспитываются 32 ребенка. Дети ходят в 2 дежурные группы. Всего же в детском саду числится около 100 детей. Ольга Русул, Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».